Всем привет, народ! Собственно, это гайд, как покупать игры в Steam. Насколько мы знаем, к сожалению, к большому сожалению, сейчас в Российской Федерации наложены большие санкции, и в Steam нельзя, к сожалению, купить какие-либо игры. Но до сих пор метод действующий, и можно это все сделать с помощью обычного Kiwi-кошелька. Собственно, что для этого нужно? Нужно иметь Kiwi кошелек, закидываете туда деньги любым способом для вас удобным. Собственно, давайте покажу, как это сделать. Допустим, у вас есть Kiwi кошелек, у вас есть некоторая сумма и игра, которую вы хотите приобрести в Steam. Значит, нажимаем сюда, здесь будет перевод между счетами. Во-первых, вам нужно открыть счет в тенге. Это казахстанская валюта, с помощью которой можно расплачиваться. Нажимаем перевод между счетами. И, собственно, вам нужно открыть счет. Нажимаем счета. И здесь нужно открыть счет. Открываем счет в тенге. Как видите, у меня он уже есть. Далее. Вам нужно перевести ваши рубли в тенге. Что для этого делать? Нужно сделать перевод. Нажимаем перевод между счетами. И, допустим, нам нужно перевести, 100 рублей. Давайте, допустим, со счета, так, обменяем счета. Со счета в рублях на казахстанские тенге. 100 рублей. Так, 1000 тенге. Ну, собственно, там можете посмотреть, сколько стоит 100 рублей в казахстанских тенге. Я сделаю чуть поменьше. Допустим, вот так вот, 800. И переводим на второй счет. Мы переводим 149 рублей с основного Kiwi кошелька. Подтверждаем. Все. Платеж совершен. И давайте посмотрим на наши счета. У нас есть рубли, то есть некоторое списание. И тенге 800 условных единиц. Далее нам нужно эти тенге перевести на наш Kiwi кошелек. Вот здесь вот нажимаем на нее. Здесь вводим Steam. Можно как по-русски, можно как и по-английски, без разницы. Самое главное, что здесь вам нужно указать ваш логин от Стима. Сейчас я укажу свой логин. Так, далее. Нажимаем, подтверждаем. И здесь не ошибиться. Здесь вам нужно со счета тенге перевести сумму. Давайте посмотрим на мой кошелек Steam. Как вы видите, 43 рубля. Сразу вас предупрежу, ребят, что некий процент от покупок снимается с вас. То есть, если вы покупаете игру примерно, приблизительно 430 рублей, то с вас снимется в Steam 500, 495 рублей. То есть закидывайте с процентом чуть побольше, примерно на 50 рублей. Все зависит от стоимости игры. Так, далее. Переводим наши 800 казахстанских тенге. Заметьте, что здесь нужно минимум 100 тенге переводить. Если будет меньше, вы не сможете ничего перевести. Итак, переводим. Оплачиваем. Подтверждаем. И сейчас мы посмотрим, сколько у нас в Steam появится рублей. Сколько мы смогли перевести. Смотрим на наш Steam кошелек. Было 43 рубля, сейчас 171 рубль. Вот как-то так, в принципе. Достаточно полезный гайд, пользуйся, обязательно подписывайся на канал и пальчик вверх, пиши комментарий.